пожалуйста, что вы будете делать на недельном отпуске, который сейчас объявлен? Лично я? Да. Ну, лично я... Во-первых, у меня есть студенты, с которыми я все-таки продолжаю вести занятия. Вот. Но в режиме онлайн. Мы с ними в назначенное время, как у меня по расписанию занятий, мы с ними встречаемся в онлайне. Я им даю задания, они выполняют. Пишут мне, я им отвечаю, ставлю оценки. То есть, скажем так, со студенчеством все гораздо проще. Вот. А если взять работу в театре, вот пока на данный этап у нас пока работа продолжается, правда, мы спектакли не играем, но идут пока идет репетиционный период. Репетируются два спектакля. Вот «Бал воров» у Ильи Александровича Славутского. И Александр Яковлевич Славутский взял у вас у Железного репетирую. Вот. Что еще? Ну, если отменят репетиции, займусь дома. Делать дома немедленно. Можете, пожалуйста, порекомендовать зрителям, что можно почитать и посмотреть вот в эту свободную неделю? Ну, вы знаете, тут сложно как-то рекомендовать, потому что у каждого зрителя, у каждого человека как-то свои интересы, свои запросы. Вот. Но я бы лично с удовольствием не перечитал бы. Перечитаю с удовольствием три мои любимые книги. Это «Платоновый котлован», «Фазилий Искандер», «Кролики» и «Лутавы». И у меня есть моя любимая сказка «Волшебник изумрудного города». Вот. Ну и еще работа над пьесой, над дипломными спектаклями для студентов. Тоже все в работе находится. Ну, а я что? Спасибо большое за рекомендацию. Пожалуйста. Всем здоровья. Здоровья, здоровья, здоровья. И пусть нас коронавирус минует. Да.